Серьезно, делай себе, блядь, эту, блядь, PDF, MDF, ко мне танзанит на следующей неделе. Ходи, блядь, на Олимп нормально. Амбер против КНС, 60 какая-то арена. КНС это варк. Ебать, ты пройдешь такое, возможно. Делай Изай Хекс, только когда я себе говорю. Если не что-то сканцли, скажешь, что сканцли. В руках у меня что-то непонятно, ничего. Или модель, да? Или меч какой-то, лол. Заточенный, блядь. А у тебя лол, что это такое, блядь, как. Че, я, конечно, не уверен, но, по-моему, Фрост не умеет играть. Блядь, варк, пизда. Да, просто жди. Тебе главное всегда под руками будет. Таталиков нету, да? Лол, Фрост выиграл. Бей его. Только без скиллов, ну просто с вами будет. Когда будет последняя секунда скилла, взгляд в камень ушел. Я бы тебя уже убил. Резко от меня камень и хекс его, вот сходу прям. Альт-кликай, камень и хекс, все, не надо. Дебаф, рассеянность кидай, рассеянность. Хорошо, все, он твой, он проиграл. Масрут. А, ты его не можешь дать. Все, жди выхода из камня, убивай его. Подрабсу тупо. Только себя закрой, главное. Слышь, себя закрой. Все, бей его. Ой, бля. Выходи из камня и закрывай себя. Все, подожди. Он тоже под РП. Так в другую сторону беги, если он под РП. Выходи, бей его. Под руками, все, бей. Блять. Ну он твой, он как бы уже ничего тебе не сделал. Тем более после вот этих сейчас фейлов. Ран на руки бал, кажется. Бей его. Бля, ты без рук. Похуй, бей. Я тут понял, что на овере играешь, что было вообще намного проще. Сейчас, когда он руки изнёт, в следующий раз, для себя, и занёшь от минуса детства, когда он на нём руки берёт. Что должен сейчас быть. От минуса детства. От минуса детства. Всё добивай, когда надо. Хилиться, давай. Лимит ему дай. Да. Все. Санбёрд, блять, ну это точно Олимп Муви, блять. Да, бля, много фейлов. Да руки не контролю, когда он, блять, вонючий.